Здравствуйте! Сегодня у нас 17-е. В общем, сегодня у нас Пасха. Пасха, сегодня праздник. Ну, в общем, я пришла погулять в центр. Леша попросил, чтобы я ему ремень купила. У него испортился. Вот сижу, вот такая, видите, детская площадка. Сейчас это... Надо мне это кое-что сделать в телефоне. Сегодня вообще я новости смотрела. Новости, конечно, ужасные. Боже, капец. Ну ладно, про ужасы не буду говорить. У нас ведь все это показывают. У вас ничего не показывают. Оно все показывает. Все, что происходит на Украине. Даже прямые эти включения идут. Там и корреспонденты, вот эти, европейские, испанские корреспонденты. Они прям прямые включения делают с места. Ну вот, чем я хотела сказать. Ну, в общем, точно сегодня уже сказали по телевизору, что сегодня последний день ношения масок. То есть с завтрашнего дня мы будем носить маски только в транспорте и в медицинских учреждениях. Господи, какое счастье. Ну вот, это у нас площадь. Такая, центр Лоретта. Касса декультуры. Я раньше, ну, в общем, библиотека там была. Я раньше брала там бесплатный интернет, но сейчас ничего это не надо уже. Книжки брала там. Ну, сейчас уже не актуально. Не совсем туда не хожу. А потом еще я там ходила. Еще раньше на курсы, но курсов. Курсы, в общем, я ходила про курсы спрашивать каталанского, не знаю, в каком-то видео ходила. На французский хотела записаться, на каталонский, но нет, это все. Будет со следующего года, ну, учебного года, с сентября, и записываться. Но я на всякий случай предупреждаю, что тут надо будет где-то в июне, по-моему, будет запись. И там всегда так очень много народу, то есть надо приходить пораньше. А то может даже места и не хватить. Вот. Вот такие. Вот у меня же такие же вот цветочки, просто у меня немножко другой цвет. Это слишком темный, это вот слишком маргаритас по-испански называются, маргаритас. Они, кстати, так и ромашками и пахнут. Вот такие деревья красивые. Ну, в общем, я пошла вам. Постараюсь это телефоном не трясти. Вот специально встала, так это. Буду вставать, когда буду что-то рассказывать, не буду идти, буду вставать. Туристов очень много англичан. Я сейчас шла, прям такие шла толпа англичан. Ну, нет, мне кажется, англичане так разговаривают на английском англичане. Какая еще страна может так на английском между собой разговаривать? Так, это у нас место, не знаю, забыла, как называется, раньше знала люди. В общем, пенсионеры, у них тут 50% скидка вот в баре, там, в ресторане. Я много раз уже говорила, и там у них тоже всякие кружки есть и все такое. Вот. Зачем я хочу опять на французский язык записаться? Ну просто, чтобы мне, вот, знаете, вот куда-то ходить. Ну, потому что я вот утром работаю, а потом вот это я вот сижу все около, ну, в этом, в интернете. И вот, ну, домашние дела сделаю, вот сижу. А тут, понимаете, когда вот ходишь на такие курсы, ходишь, 36 евро получается. Говорю, да, 36 евро, 3 месяца в месяц. Ну, плюс там надо будет это купить книжку или что. Ну, просто, понимаете, там общение. Там общаешься с каталанцами, ну, мне нравится. А потом мы еще обычно как-то иногда после уроков куда-нибудь заходим, в баре сидим там. Ну, если какой-то праздник, тоже ходим. Ну, вот такое общение. Ненапряжное такое общение. Ну, и просто мне нравится французский язык. Он мне так сам по себе нравится. Ни для чего, просто так. Я бы просто так бы и на итальянский тоже пошла. Но здесь они не учат итальянский. Ну, что, испанцы, видимо, так его сами с собой хорошо знают, что здесь как бы оно мне... Не знаю. Есть в Бланосе, вот, в приватной школе
Ну, там 270 евро на оплатить. Мне кажется, жаба задушит. И итальянский я могу и по интернету поучить, если что. Ну вот, надо мне сейчас здесь купить, Лёша, этот ремень. Да что на него сваливается, он же такой худой. Все время с него штаны. Только на ремне и держится. Вот так вот. Ну ладно. Сейчас зашла в обменник там. Я там никогда, конечно, не посылала, но там знакомых отправляла туда, оттуда посылать деньги и получать там же деньги с России. И спросила этого, как менеджера, как сказать, можно ли каким-либо способом сейчас отсюда послать деньги в Россию. Он мне сказал, никаким способом нельзя. Это в шок, конечно, представляете? Вот смотрите, все закрыто. Боже, а где я буду ремень покупать? Ну ладно, в китайском куплю. А потом уж он купит, какой ему надо. Можно в китайском. Что-то все закрыто. Вот это у нас улица Сан-Пере. Так, сейчас я пойду в китайский куплю, потому что тут все закрыто. Ему ремень, он сказал, нет, он не толстый. Так. И, ой, собачки там, смотрите, вот в этой коляске не дети. Там собачки. Вот этот открыто тут. Открыто. Слушайте, вчера в чате, ну, нашем Люрете описали, что, ну, в общем, все уже украинцам-беженцам отменили уже вот эту возможность ездить бесплатно на транспорте. Ну, конечно, это обидно. Где они теперь будут брать деньги, чтобы ездить, не знаю. Я говорю, у нас как бы эта Испания, она не сильно много помогает. Так что, да. Если кто там будто считает, что прямо тут они приехали и что-то нажились, да никак. Не дай бог никому вот такой ужас. Потому что, ну, не все же люди хотели уехать. Это же вот так их погнала война. Ой, слушайте, открыт. Так мне там нравится этот садик ихний. Я надеюсь, меня не выгонят. Вот такой отельчик аккуратненький вообще. Вот такая здесь красота. Ой, какая красота. Боже. Надеюсь, меня отсюда не погонят. Напишите мне, как называется этот цветок. Я куда-нибудь запишу. А то я вообще... О, как красиво, смотрите. Такой фонтанчик классный. Супер. Роза, такая роза. Роза. Роза, супер роза. Красота. Как бы ее так снять? А то отсвечивает. А тут такой кактус, смотрите. Дерево так красиво подстрижено. Там вот еще роза тоже. Ну, вроде не гонят, так. Не гонят. Ну нет, здесь в Испании не гонят никогда. Вообще здесь как-то никакой не выйдет охранник и не скажет, типа, иди отсюда. Я ж ничего такого не делаю. А наоборот, рекламу наоборот им делаю. Так. Как-то гитарт. Я как-то, знаете, не это. Гитарт парк, что ли, это называется отель. Сейчас я пойду посмотрю там. О, как красиво. Вот так вот. Вот это будут тоже такие очень красивые цветы на букву Г. Гортензии, по-моему, да? Вот они тоже такие красивые, яркие. Такие. Вот такая красота.
Гитарт вроде парк называется. Сейчас пойду посмотрю. Можете в этом в Booking.com посмотреть внутри, как что, и там и цены, и все есть. То есть я аж не пойду внутрь. Как-то не знаю, не пойду. Вон там. Гитарт Роса. Вот называется. По-моему, правильно прочитала, да? Гитарт Роса. Там тоже тетя пришла. Тоже тетя пошла посмотреть. Красоту такую. Красиво. Очень много испанцев. Ну, это вот Семана Санта, они в основном вот путешествуют. Я, у меня тоже, видите, выходной, я не работаю сегодня. Как белый человек, как у всех выходной. Вот потому что у меня контракт такой, это постоянно. У меня все права такие же, как у испанцев. Меня ничего никак меня нигде не прижимают. Ну ладно, думаю, у пакистанцев, наверное, тоже открыто. Ну, в общем, там есть ремни, но они какие-то все очень широкие. Он сказал, ну, у нас широкие. И какие-то там такие бляшки огромные, надо это застегивать. Я примерно знаю. Вон тот отель, в котором я работала, он закрыт. Ну, это на всякий случай там. Если злыдни там какие будут, мне говоришь, что меня не берут, то он закрыт. И все эти апартаменты, в которых я тоже работала, тоже закрыты. Ну ладно. Я надеюсь, мне это так покажу. Так, Гитарт Роса называется. Ну, если на всякий случай. Вот тут ремни тут есть вот. Вот, ничего, вот это мне нравится. Ой, там что-то упало. Слушайте, вот это мне нравится. Смотрите, я нашла тут такие штаны. Без замка тоже. Вот такие светлые, бежевые. Помните? Ой, все, я не буду больше штаны с замком покупать. Вот так вот купила. Видите, без замка. Ну, потому что мне вот этот замок, блин, и с высокой талии. Это ну то, что с высокой талии еще мне понравилось. 16 евро. Средние штанги такие. Ну, вот типа таких, но у меня это бежевые, видите. Не стала белые брать. Белые больно пачкаются. Вот такие бежевые взяла. А что бежевые ко всему подходят, да? Бежевый подход ко всему. И 16 евро. И никакого замка, как на резинке, высокая талия. Так, я опять, по-моему, не в ту сторону пошла, да? Я здесь все время путаюсь, в какую сторону идти. Стардивариус. Мне так нравятся вот эти вот они без замка, когда с высокой талией они так, ну, подтягивают живот очень хорошо. Ну, вообще-то у нас вот тут тоже центральное место. Тут это старинная церковь. По-моему, 14 века. Или 16, не, 16-го. 14-го. Надо поближе подойти. Так, вот это у нас вот самое такое бойкое место. Всегда народу много. В общем, говорят, что хозяйка этого места вообще миллионерша. Сейчас пойдемте посмотрим на церковь поближе. Просто она очень... Вот это вот сама вот эта церковь, вот это. Вот это здание, оно старинное. А за ним такое красивое здание, это уже новодел. Ну, то есть это под Гауди сделано. Не знаю, зачем они так сделали. Испанцы непредсказуемы. Ну, пристроили, может, земля то, что была. Вот сейчас мы как раз на картиночке и посмотрим. Нет, она, значит, видите, 16 века. Вот, строилась с 1509 по 1522 год. Блин, сколько это она строилась-то? 13 лет. Вот эти «Эсглесия», это по-каталонски написано,
Пасхуал. На Сан-Рома де Лорет. Сглесия церковь. Паркуал – это приход, по-моему, мне так переводится. Приход. Де Сан-Рома де Лорет. Вот видите тут. Кстати, в прошлом году такой картиночки тут не было. Вот так вот. Вот такая старинная совсем картиночка тут. Вот смотрите, вот она построена, вот видите, начала строиться в 1955 году и закончилась в 1955. Вот такая красота. Вот это вот как раз и пристрой, вот он есть. Эль ректор Жауме Филипп Гиблерт, мастер. Это как? Вот она в 1959 году была построена. Вот под, ну, под Гауди, видите, как это. Красота. Ой, все равно это красиво. Какая разница, когда построена? Красотища. Так. Концерт будет в мае 21-го. Концерт тут. Это вот башня вот на самом деле старинная, а это вот уже как бы новодел. Видите, написано «Арт модерниста Катала» 20-го столетия. Ну, в общем, туда я не пойду. Я вообще туда не люблю ходить. Да там одни эти пакистанцы, мне особо ничего не надо. Блин. Сегодня опять посмотрела, опять полнышко. Вроде выкидываю, опять что-то вот не засунуть ничего. Ни вещи, ничего. Вроде у нас только шкафов и все, битком опять забито. Надо опять делать эту ревизию. Ну вот теперь к этим вот штангам бежевым. Теперь, конечно, надо какую-то блузочку. А так оно и начинается. А кстати, это я же хотела кроссовки купить. Я начала делать ревизию в обувном шкафу. И оказалось, что там еще есть розовые. То есть такие тапочки еще розовые, еще есть черные. В общем, ничего не надо покупать. Все навалом. Ладно, идемте к морю.